потасовки. Ага. Все 1-1 и стоят единицу маны. Ну, значит, нам нужны очень дорогие карты, которые будут делать очень офигенный эффект. Интересно, интересно. Значит, офигенный эффект. У кого офигенный эффект? Я могу сказать, что... А, у меня его нет. Черт. Черт, черт, черт. Офигенный эффект. Это не надо, это... Зрила тоже так себе. Привет, Вакула. Офигенный эффект. Подожди, все карты, все ваши существа, то есть заклинания должны стоить довольно дорого. Ну, то есть свою обычную цену. Давай воина возьмем. Возьмем вихря. Возьмем субслэмы. Да, как хард ремовалы. Может быть, возмездие нам сойдет. Ну, нет, я лучше клива, наверное, возьму. Так, ну, эти существа мы совершенно не расцениваем как карты. То есть, там нужны какие-то жесткие-жесткие ребята. Жесткие ребята. А как они выглядят? Это так себе. Это не работает. Ну, что-то воин, короче, нифига не то, что нужно мне, скажу я вам. Хантер. Барлок. Друид. Друида давай возьмем. У него есть нарвейт. У него есть руты. У него есть огоньки. У него есть враза. А еще у него есть свайпы. Свайпы. Собственно, все, что нам нужно у друида. А что мы хотим от существ друидовских? Это фигня. Это фигня. Кинарий. Да, кинарий, это вполне интересно, значит. Далее. Мы пытаемся какие-то тяжелые существа положить. Какие-то тяжелые и интересные существа. Ну, сначала легендарная. Легендарная. А что мы можем сделать здесь? Ну, Пагал все такой же фиговый. О, этот. Милхаус. Может быть, будет Бран. Мюрель. Да как-то так себе. Ну, кстати, вот это вот... я, мне кажется, после Дезратла может быть что-то оставаться. Мне кажется, да. Должно быть. Доктор Бум вызывает двух... Да, Доктор Бум все так же хорош. Рагнарос сойдет. Ага. Хорошо, Алекстраза. Зера мне, в принципе, не нужна. Нафариум. Почему нет? Тут я даже не знаю, что мне еще нужно положить. Не вижу в этом больших радостей, в этих картах. Значит, все шестерки, которые будут... После... Ну, я пока не, я не уверен, что это будет работать. Не уверен, что это будет работать. Но мне кажется, что после Дезратла будут существа оставаться с, ну, нормальные, хорошие. Станцы с больших нужно мне еще, ребят?
Ну давай килту зеду положим. А чё нам не положить килту зеду? Ледяной рев несерьезно. Нет, тоже несерьезно. До 10 маны зайдем. Можно кракена 4 демеджа за единицу. Слушай, да, два кракена мне нужны. Я согласен на кракена. Давай дезинга так, на всякий. Привет, веник. Много крут. Ну, такой. Вообще, года hard removal. По идее, да? А что у меня латеп делает? А, ну не, латеп, да, нужен латеп, сойдет. Сойдет латеп. После хрипов 1-1. Жаль, 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 что после хрипов 1-1. Ну ладно, значит, это не очень будет здорово. Не ты, не ты, не ты. Танца? А он работает? Наверное, нет. Но он работает? Окей, это интересно. Это я хочу попробовать. Хоп-гоблин должен работать. Так. Хороший. Любая легендарка это 400 пыли минимум. Как же тут? Что же может быть плохого? Бафы, бафы. Не знаю. А надо ли мне баф? Да как-то не уверен. Может быть, да, кстати, 2-2. Давай 2-2 положим баф. Валгроу, да нет. Мне кажется, мне нужно что-нибудь еще на дроу. Наверное. Ну хотя у меня вот эти две карты на дроу. А что мне еще нужно на дроу? На Фариан есть. Тоже дроу. Батлкраев много у меня вообще? А, ну это тоже, да, нифига не будет работать. Я понял. Тоже не будет работать. Так. И чё мне надо? Ну, Battlecry еще разочек. Ну, раз, Battlecry. Да, здесь неплохие Battlecry. Может быть, будет Бран. Не, ну тень Гвалдера мне не очень интересна, на самом деле. Как-то так. Нужно что-нибудь поинтереснее, посолиднее. Я думаю. Может быть это С. Ну хотя это С. Так. Лерой точно плохая затея. Вот это можно, Ген. Да, давай, тебя кинем. Почему нет? Тебя кинем. Ну, тоже такое. Я не думаю, что мне очень нужно повышать именно этот здоровье. 1-1 в диван шалде. Ну, такое может быть, кстати, ничего. 1-1 в диван шалде. С чарджем. Вот это точно работает. Это я возьму.
Грул может вырасти. Может, у Грула взять? Ну так, for fun. Давай Грула возьмем. Окей, такая вот колода у меня получилась. Ну что ж, вперед. Да, я думал башню из пигмея взять, но мне кажется, это такое. Не самое уж лучшее. Хотя, может быть, неплохо. Это все ты, Фагу, виноват. Ты хотел чатик? Надо было чай. А то здесь... этот, как его? Стиль текста. Шрифт. Адекватный. Малфурион и Жайна! Не стоило напрашиваться. Я должен защитить... Сразу хард ремувал. Давай. Этот очень крутой, как его? И Аркан Меслы крутый, и этот за восьмерку крутой. Ронин. Я служу повелителю огня. Два-два? Два-два. Один-один. Окей. Ну, вообще, баф, конечно, был бы... Ну, ладно, мы пока не знали. Я думал, будет один-один. Два-два. Механика вызывали? Механика вызывали. Да и вот тебе. Вызывали. Ну ладно. Продолжаем. Я должен защитить природу. Озарение, это хорошо. Этот парень. Мне кажется, не, ладно, садится. Блин, круто. Мое почтение. Здравствуй. У меня самые выгодные цены. Монетка. Ну, я думаю, это ничего страшного. Я могу тебя окинуть. Кто посмел оскорбить древнюю землю? Ну, далеко не лучшее, конечно. Хотелось бы хотя бы еще одно существо, но... Как же мы это? Никак не получим еще одно существо. Своих убивать не хочется. У меня самые выгодные цены. Да пожалуйста. У меня самые выгодные цены. Вообще, Малигас и заклинания, да, они здесь очень крутые будут.
надо решиться. Что скрывают глубины? Это круто. Да, это хороший парень. Мне нужен маленький совет колода. Маленький, может быть, чуть больше добора карт. Кинцеудирот. Моя переработка отложена. Рагнарок наделил меня своей мощью. Я несу жизнь и надежду. Ну давай так. Ну да такое. Вот этот парень работает круто. Все равно мне нужен добор карт. А как самый дешевый добор карт? Это как сделать? Так. Согласен. Неплохо. Давай мне еще карт. Не против. Давай еще мне карт. Хочу больше карт. Рагнарос, Нафариан. Все устраивает. У меня в руке слишком много карт. Что, ты меня убьешь? Ребята, прикольно. Неплохо, супер. Шип на 17. У меня скоро кончатся карты. А, прикольно. Успел. Ну, да, это солидная комбинушка у него вышла. Комбинушка солидная. Значит, мне по-любому нужен Мальгас. Мальгас мне нравится. Эффект у него довольно хороший. Ну, Дезвинг не интересен мне. Бомбер делает больше, чем Дезвинг, по-моему. Да ладно, я этой голоду буду играть. Это, конечно, круто то, что он все сделал, но ему тоже очень сильно повезло, что Гаджетсаны сразу были в руке. Два аж целых. Поэтому смог очень много карт перелопатить. Малфурион! Ну что, все такими играть? Валира! Будь начеку. Я должен защитить природу. Гилдозет тоже такой себе. Ну, Кракен, ладно, Кракен оставим.
Хватит прятаться! Выйди и сразись со мной! Здесь неплохо будет Анубарак. Ну, просто потому что занимает стол хорошо. Будет занимать. Мне кажется. Я несу жизнь. Окей. Ну что ж, поиграем? Не, это чистый имба, не контрится. Зуза по-любому найдет. С двумя гадюцанами, как не найти? Привет, Морс. Ну вот, Рога это может сделать все намного быстрее. Что скрывают глубины? Спасибо. Ха, окей. Я предпочитаю действовать в одиночку. Спасибо. Так, не, ладно, одного, два. Я сдаю. Имба не гондрится? Не, надо что-нибудь придумать, что-нибудь придумать, что-нибудь придумать. А как я могу, что я могу с этим сделать? Ну, что-то типа несущиеся коды, это не очень здорово, потому что, ну, это мало. Слабый эффект слишком. Дервомаг. Тоже такой, да Сильвана нафиг не нужна. Гру, ладно, уберем. Килтузет не нужен. Баф оставим, это оставим, это оставим. Значит. Ну, будет действительно взять статуи ворона. Давай статуи ворона возьмем. Давай возьмем. Я хочу гаджетсанов тоже взять.
Гаджетсаны, дешевые заклинания, Малигас и манипуляторы. Наверное, мы сделаем примерно то же самое. Но ледяная пасть нам... Нам нужна ледяная пасть. Если нас кто-то будет очень сильно рашить. Скажу вам. Это нужно, это все остальное сойдет. Да, это все круто. Латеп тоже хорошо. Ну что, давайте пигмеев возьмем. Это манипулятор. Давай сделаем так. Ну ладно. Две предыдущие роги там было абсолютно... Да, серьезно? Интересно. И... Гул'дан! Твоя душа будет моей! Я должен защитить природу. Так, это, конечно, все очень здорово. И это я оставлю. Кракен я оставлю. Кракен будет вороном, нам не надо на старте. Значит, первый ход будет раз-два, потом я что-нибудь придумаю. То, может быть, еще что-то придет. То есть, вот это сделать, чтобы он мне никак не убрал. О, Ливинг Рутс. Не, ну Ливинг Рутс не бафуется, поэтому такое. О, черт. В раз, ну ладно, хорошо. Конец, близок. Да, конечно. На Делик заскочить можно. Гоблины и гномы. Включаю ментальный дислокатор Т-130. Окей. Северные волки готовы к бою. Окей. Тоже неплохая комба. Ну что ж, ладно. Интересная гарда. Привет, вот и лет пришла. Я не довольно быстро все равно карта закончилась. А, можно с своих же деревьев взять? Точняк. Деревья тоже, которые две карты берут. То, что надо. Круто. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Вот ответ, как выигрывать в этой потасовке без
Большого количества легендарок. Да, вот это хороша карта. Очень-очень. Ну, это так себе. Ладно, что ж. Хорошо. Квест Адвенчер действительно очень неплох. И мне нужно еще карты на добор. Так, что мне не надо? Ну, это фигня. Слишком мало делает. Это я оставлю, это я оставлю. Ну ладно, да, хорошо. Тройки. Тройки. Это мне, конечно, понравилась идея. Где он? Квест Адвенчер. Квест Адвенчер. Это мы оставим. Да, на фаре он как-то такой. Какой с него толк? Не, ну, дроу. Ладно. Как дроу считать? Это тоже сойдет. Им крутится. Нужно. Да, довольно проблемно. А как дерево-то? Куда запихнуть? Вместо чего? Ну, наверное, это не такой хороший дроу. И мы уберем. Ладно, да, этих мы тоже уберем. Это тоже так себе. Не фонтан. Взять две карты намного лучше. Нервит. А чем мне нервит вопрос? Мне не очень нужен нервит. Лунный огонь под Малигаса очень хорош. Да, то, что бафается, я, в принципе, с удовольствием возьму. Да, не думаю, что мне нужно нервить сильно. Ну, под Гаджетсуана вообще-то нервеет. Ну, так, у меня не так много заклинаний, на самом деле, для Гаджетсуана. Наверное, его надо убирать. Да, надо его убирать. Коли я убираю нервейт, нужно и убирать его. Ладно. Я должен защитить природу. Окей. Хорошая рука. Мне нравится. Дровнуть больше карт. В первую очередь. Какой-нибудь третий ход. Его. Что хочешь, то и получишь. Наверное, я даже укушу просто. Второй. Оставлю его на столе. Хотя вообще вот так могу. Ага. Много людей. Секунду. Кому-нибудь нужно удалить. Тоже мне. Не знаю, кто такой. Бонд. Значит, мы его удаляем. Еще раз кидай. Так. Северные волки готовы к бою. Ну что ж, давай. Больше существ. Монетка Аркан Эксплозион? Нифига себе. Ну что ж, ладно. Гиддон так гиддон. У меня есть четвертый ход.
А у меня есть хороший четвертый ход. Ну да, такая себе карта. 10 манны заклинаний стоит, какая разница? Чем она нужна? Да. Ну, может, квест Адвенчера я пока на приберегу. Вполне неплохо. Что же делать? А кто вспомнит еще больше, кроме доктора Бума? Нет же, да, вообще таких? Кто вспомнит, 4 существа нету. 2 только. Вспоминается. Да и все. Я служу повелителю огня. Но. Аниксия. Точняк. Аниксия спамнит дофигища. Но хотя Аниксия не очень, потому что после Аниксии ты нифига не выставишь просто ульфа. Ну да, Аниксия не очень. Аниксия не так хорошо. Дай мне задание. Да. Это, я думал, вопрос. Да, это та легендарка, которая призывает 6 карт. 6 дракончиков по 1 огонь. Ой, да пожалуйста, друг мой. Айсблок хорошо. Удачи ему выиграть. Что хочешь, то и получишь. Итак, значит, что мне еще не надо? Мне не нужны гадзицаны. Мне не нужны гадзицаны. И по сути, кто спамнит еще больше ребят? Или что, что мне надо? Draw me. Нет. Фигня. Чего мне еще здесь не хватает? Стурин чемпиона может быть действительно. Нет, это так себе муклу может быть. Но такое. Аргус слабовато.
Ну, еще одного. Еще одну башню из пигмеев возьмем. Башню из пигмеев возьмем. В принципе, хорошо фармит. И. Может быть, второго манипулятора. Да, здесь нам ничего не надо, ничего не надо. Ну ладно, хорошо, давай манипулятор возьмем. Больше мне пока не приходит в голову, что нужно брать. Статуя Ворона. Зачем мне статуя Ворона тогда нужна? А, да. Бафы. Кто еще хорошо бафает? Не, это фигня. Я, ну, как бы, он не очень хорош. Или Дана, и то лучше. Или Дана, может быть? Да не, вряд ли. Ну, хотя, да, могу разыграть довольно много карт. Да нет, вряд ли. Не думаю. Может быть, действительно нужны где-то просто ремувалы мелкие, но... Чардж 1-1 в Divine Shield. Да, пожалуй. Ну, что-то типа такого. Давай. Последнюю игру. Когда арена будет? Последняя игра, я сказал только что. Статуя? А, ну, в смысле, статуя ворона? Пауков. Ну, не знаю. Да, привет, есть. Не думаю, что пауки здесь хороши. Ну, в принципе, у меня хоб-гоблин есть. Должен защитить природу. Ну хорошо. Этим оставим. Ну, просто Алекстраза здесь хорошо сразу. Ему плюнуться. Угу, лица. Окей. Малига заклинание есть. А, вернее, Малига с. Манипулятор есть. Осталось заклинание 2 найти. Одно. Одно заклинание и все, да, и достаточно. Практически. Это, видимо, будет Fan of Knives. Что скрывают губы? Это тоже нормально. Все, я победил? Это 2, 12, ну да. Ну, хотели арену, давайте играть арену. Да, такая вот потасовка вышла. Итоговая колода, вот что-то вот типа такого у нас получилось. Бустер на прощание.